В депресивній фазі людина де має шукати ресурс? Це має бути власний ресурс, чи це оточення найближче, чи це якісь заняття, щоб витримати цю депресивну фазу, на ваш погляд? Я вважаю, що чоловік лучше, якщо буде використовувати всі можливі і доступні йому ресурси. І, звісно, проще всього починати з себе самого, зі своїх собственних ресурсів, либо з ближайших ресурсів. Я маю в виду, наприклад, з ближайшого оточення. Це можуть бути члени сім'ї. Муж, жена или дети, или родители, если они, допустим, уже выехали и находятся в стране пребывания, либо они остались дома, но они тоже могут поддержать и оказать такую эмоциональную поддержку. Именно поддержку, не сожаление, а надежду и какие-то такие высказывания, касающиеся того, как человек умеет, что он делает, касающиеся конкретных поступков, конкретных действий, результативных, которые этот человек делает. Человек может попробовать вспомнить свои трудные этапы в жизни, как он с ними справлялся, что ему тогда помогало, и попробовать их повторить. Он может обратиться к своим каким-то навыкам, которые ему были доступны, знакомы по жизни, то, чем он пользовался до эмиграции. Конечно, очень важны друзья. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей – давно известная поговорка. Які друзі більш корисні для емігранта? Це друзі його земляки чи це друзі з нового оточення, з нової країни? Ну, якщо взагалі можна так сказати, більш корисні друзі, так? Я думаю, важнее не столько географическое расположение друзей, сколько их настрой. Потому что иногда ведь бывают очень хорошие друзья, которые остались дома, и они будут говорить: зачем ты поехал туда, мы же тебе говорили, зачем надо там оставаться, возвращайся, мы же тебя тут все любим, ждем, мы тебя здесь поддержим, тебе будет хорошо, когда ты вернешься с нами. А могут те же самые друзья, которые остались дома, сказать: мы рады за тебя, мы видим, как у тебя получается, смотри, как ты сделал вот это. И очень важно, чтобы друзья, где бы они находились, именно могли найти и подчеркнуть то, что у человека получилось. Какой-то момент, которым ему удалось адаптироваться, которым ему удалось развиться, пройти на шаг вперед. И когда друзья это делают, близкие это знакомые с прежнего места или это какие-то новые, вот это будет очень хорошо поддерживать. Придерживаться оптимистических, настроенных на результативность друзей будет помогать в любом случае, местные они или с родины. Мы приезжаем в іншу країну, в іншу культуру. Людина має більше бути носієм власної культури чи більше асимілювати до культури країни, в яку він приїжджає? Де цей здоровий баланс, на вашу думку? Как правило, человек выезжает на постоянное место жительства с уже какими-то устоявшимися принципами жизненными, с устоявшимся образованием, отношением к жизни, с пониманием своей собственной истории, своих традиций и культуры. И принятие или ассимиляция, или вхождение в культуру страны, в которую приезжаешь, достаточно сложный момент. И разные народы по-разному ассимилируются или принимают культуру при переезде. Например, там, если человек из Харькова приедет в Париж, это будет одна ситуация, одна история. Если это будет гражданин Японии приезжает в Париж, он испытает совершенно другие эмоции, совершенно другое состояние будет, по-другому будет переживать. И важно то, насколько эти культуры разнятся между собой. Насколько человек готов к таким переменам, культуральным переменам. Насколько сам он, в принципе, готов воспринимать разную культуру, насколько он гибок в восприятии, насколько ему в том числе интересна культура той страны, к которой он приезжает. В том числе известна поговорка насчет устава, с которым не рекомендует народная мудрость приходить в чужой монастырь. Поэтому, конечно, было бы разумно, когда выезжаешь в другую страну, познакомиться хотя бы обзорно с какой-то небольшой истории этой страны, культурой, знать хотя бы какие-то азы с тем, чтобы можно было найти в этом что-то, что тебя привлекает, что тебе нравится, то, что можно было бы использовать для какой-то своей эмоциональной поддержки или, может быть, в том числе для организации досуга своего собственного или своей семьи, если выезжает семья. И это тоже может быть интересным способом, как поддержать себя и перейти к деятельности активной, так и загрустить и опуститься в переживания очень глубокие, что здесь все не то, здесь даже чай не так пьют. Щодо самооцінки, наскільки вона змінюється в депресивній фазі, наскільки вона падає і чи це нормально? Всім звісно, що вони бувають заниженная самооценка, или бывает завышенная, бывает адекватная. И я думаю, было бы логично предполагать, что человек с адекватной самооценкой будет легче адаптироваться. И все то, с чем он сталкивается, оно безусловно будет влиять. В какие-то моменты у него будет меняться эмоциональное состояние.
Но именно адекватная самооценка позволит ему выдержать эти перепады настроения, эти изменения разные, и найти какой-то новый путь. Тобто ви вважаєте, що якщо людина має адекватну самооцінку, її самооцінка взагалі не падає, так, під впливом якихось обставин? Це можуть бути емоції, але самооцінка, вона залишається на місці, якщо вона в нормі, так? Конечно. Адекватная самооценка – это самооценка, когда человек понимает свои плюсы, минусы, свои возможности, свои ограничения, старается гибко это все использовать. Если, например, взять человека с завышенной самооценкой, который, упрощенно говоря, не может себе цену сложить, он приедет и он будет искать только, ну, в большинстве случаев, подтверждение тому, что его высоким знаниям, умениям, навыкам здесь нет применения, и это не то место, которое может его оценить по достоинству. Конечно, ему будет очень трудно адаптироваться с такой завышенной самооценкой. Эмиграция по неволе, эмиграция по принуждению, когда человек вынужден покидать свое привычное место, свой город, свою родную обитель из-за того, что что-то страшное происходит там. Страшное, где оставаться невыносимо, и это представляет угрозу жизни. И, конечно, это несколько другая картина вырисовывается в связи с этим. Человек переживает совсем другие эмоции. И приезжая на новое место, я думаю, тут несколько далеко от эйфории. И человек все еще может находиться под гнетом тех страданий, от которых ему пришлось уехать, в том числе страданий, которые довелось переживать на пути этого бегства. Это угнетает. И даже удивительно, насколько этому молодому человеку, вырвавшись из этой ужасной обстановки, приехав на новое место, удалось адаптироваться, создать семью, найти работу. И не просто работу, а ведь работу, которую достаточно жестко подбирают персонал. Да, быть сотрудником охранного агентства или работать в таких структурах, это надо иметь и силу воли, и уверенность в себе, и мужество, которое он не потерял, пройдя через вот тот ужас, который происходил на родине у него, боевые действия, через те унижения, он нашел в себе силы пройти, справиться с этим. Я думаю, в этом немалую услугу ему оказали близкие, поддержка, и его желание устроить свою жизнь. Не просто уйти, сбежать от трудностей, а устроить свою жизнь, жить дальше. Що робити, як адаптуватися, коли не цікава якась робота? Коли ми вимушені в еміграції в чужій країні займатися роботою, яка нам не інтересна, яка для нас не несе якоїсь самореалізації, якоїсь цінності? Можно, конечно, отнестись к этому как к промежуточному этапу. Иногда действительно нам приходится делать не то, что мы хотим, а то, что надо. И это может угнетать и подавлять. В таких случаях, мне кажется, очень хорошо бы могли помочь просто вопросы, например, целеполагания. Это сесть и продумать, какие цели я хочу достичь в ближайшее время, в ближайшие 3 месяца, через год, через 5 лет пребывания в этой стране. На что я готов пойти, на какие компромиссы я готов пойти, какие я вижу промежуточные этапы. И вполне вероятно, эта работа, которая сейчас неинтересна, может быть одним из таких промежуточных этапов. И важно понимать, что это всего лишь шаг, всего лишь ступенька на дальнейшем пути, в дальнейшем развитии. Очень здорово верить в себя и знать, что несмотря на то, что приходится начинать с нуля, это не означает, что ты стал плохим. Это не означает, что на тебя будут косо смотреть, и ты становишься плохим от того, что на тебя косо смотрят. Верить в себя и знать, что начинать с нуля – это свойственно человеку. Это как новое рождение. И можно попробовать приветствовать это свое новое рождение, рождение своих новых возможностей в новом месте и реализацию своих целей в этом новом месте. И я думаю, это должно поддерживать, вести и помогать находить способы реализации своих желаний. И, конечно же, помнить о своих близких и друзьях, о своей поддержке. Мама поїхала в Італію за робочою візою працювати медсестрою. Вже 3 роки працює, пропонує татові переїздити туди. Тато не погоджується, хвилюється та ревнує маму. Почав сильно пити. Аня, 26 років. Я думаю, многі отці хочуть чувствувати себе уверенно, стабільно. И знать, что они обеспечивают безопасность, стабильность и достаток своей семьи. И, конечно, когда женщина уезжает за границу, начинает зарабатывать деньги, то мужчина может в какой-то момент чувствовать неловкость, мягко говоря, свою собственную состоятельность и сомневаться. И я думаю, можно было бы в таком случае отцу просто
обратить внимание его на то, как он достигает своей успешности, что он умеет делать, и что вполне вероятно, то же самое он может реализовать и в Италии, рядом со своей женой, которая помогала ему и которой помогал он. И если они смогли достичь всего этого вместе здесь, то, может быть, они и там это смогут сделать, там, где жена могла. Я думаю, она, воспользовавшись тем ресурсом, сможет помочь своему мужу. Ведь, собственно, муж и жена нужны для того, чтобы помогать друг другу в том числе. Думаю, що в'єтнамці в Харкові себе прекрасно почувають ще краще, ніж я у власній країні. Ось що робити, щоб мені було добре? Петро, 45 років. Иногда, да, может показаться, что иммигрантам какие-то оказывают преференции, что для них есть какие-то льготы, что кто-то их покрывает, кто-то им предоставляет больше возможностей. Но мне все же кажется, что это какое-то объяснение своих каких-то собственных трудностей или сложностей. И я бы мог порекомендовать просто обратить внимание на то, как им удается преодолевать свои проблемы, что они предпринимают для того, чтобы достичь каких-то высот, успешности какой-то, и попробовать двигаться в таком же варианте. Не знаю, оптимизм, как это реализм, практичность. Ведь это есть у каждого народа. Посмотреть, как это делают они, и попробовать что-то такое свое. Вийшла заміж за німця. Вже 3 роки. Спочатку все більш-менш, а зараз огидно дивитись, навіть як він їсть. Не можу з ним жити, але хто я? Не працюю, нічого не вмію. Без підпису. Да. Мне кажется, это вот как раз речь о вот той депрессивной стадии, когда сталкиваешься с реальностью, и какие-то маленькие моменты, на которые не обращал раньше внимания, вдруг приобретают такое жизненно важное значение, определяющее для отношений. Я бы рекомендовал запастись терпением прежде всего. И в каждый момент, когда возникает какое-то такое раздражение или злость, попробовать вспомнить, а что со мной еще происходило в жизни? Когда еще я вот так раздражалась или злилась? Как это было в моем детстве? Что меня тогда злило? Как тогда поступали мои папа и мама? Как они справлялись с этим? Как я тогда с этим справлялась? Действительно ли мое раздражение адресовано вот этому человеку, ради которого и для которого я приехала сюда, в эту страну? Может быть, я могу как-то по-другому реагировать на это? Или даже поговори с ним. Вполне ведь вероятно, что он может помочь мне справиться с этим раздражением и с этой эмоцией. И я думаю, если чуть больше доверять, можно пройти эту стадию. Марно вважати, що нова країна вирішить всі наші проблеми. Давайте перш за все шукати відповіді у собі, мати мудрість та натхнення і берегти добро у серці. Подякуємо цьому життю за те, що маємо, і тоді будемо мати все, що хочемо. Це космічний закон, він працює в кожній країні. А ми чекаємо на ваші історії та питання за мейлом, що ви зараз бачите на екрані. Життя ще простіше. Не прощаємось.